Утро доброе. В студии Наталья Гейчик. Ремонт улицы Нефтяников и больничный для папы по уходу за ребенком. Вот коротко о том, что волнует телезрителей. Письмо написала Татьяна Александровна. Заболел ребенок, 3 года больничный взял папа. На пермской птицефабрике, где папа работает, больничный отказали оплачивать. Правильно ли это? Татьяна Александровна, из вопроса трудно определить причины, по которым работодатель отказывает в выплате пособия. Дать однозначный ответ невозможно. Однако отметим, что действующим законодательством установлены основания, по которым могут отказать в выплате пособия. Например, пособие по временной нетрудоспособности не может быть выплачено в случае, если листок нетрудоспособности по уходу за ребенком был выдан в период, когда работник находился в очередном оплачиваемом отпуске или в отпуске без сохранения заработной платы, находился в простое, а также в случаях, когда он был отстранен от работы в соответствии с действующим законодательством без сохранения заработной платы. Таким образом, если указанные основания имеются в наличии, то работодатель обоснованно отказал в выдаче пособия. Если таких оснований нет, то пособие должно быть выплачено. Следующий вопрос Эльвира Эриковна задает его. На улице Нефтяников находится школа и детский сад, а дорога как после бомбежки. Планируется ли ремонт улицы Нефтяников от улицы Леонова до улицы Милиционера Власова? Ремонт улицы планируется, как пояснили нам в Управлении внешнего благоустройства Перми. В каком объеме, сейчас выясним. К сожалению, сплошным перекрытием улицы Нефтяников на участке от Леонова до Милиционера Власова в этом году отремонтирована улица не будет, но ремонт локальных дефектов он будет. Он будет произведен после запуска асфальтобетонных заводов до конца апреля. После запуска асфальтобетонных заводов в первую очередь точечным локальным ремонтом будут продвигаться улицы с более интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта и далее по категориям. Напоминаю, контакты, по которым можно оставить вопрос в рубрику 2-633-300 абонент «Утро», телефон информационно-справочной службы или электронная почта. Утро@rfa.ru. Пишите, будем разбираться.